называется, депо. Покушаем, едем далее. Сегодня нам ехать почти 1000 километров до Ростова-на-Дону. Прекрасной поездки вам, ребятушки. Мы едем, проехали въезд на трассу М4 Дон, только заехали из Москвы, выехали и помчались. Можно пройти на поле. А что это за поле? А где папа? Туалет. Папа спрятался. Туалет пошел? Ну что, ребят, поехали. Поехали. Все сели. Мам, ну посмотрите мою камеру. Вот зачем ты купила ему набор для собирания танка? Надо было мне. Поехали? Я так же набор для собирания. Я. Танк. Дома. Вот, Даша хочет собрать танк. Мы остановились на заправке. Там была такая тачка. Набрали всяких снеков. Там, и едем дальше. Там была просто. А такая... то сладкое уже просто не лезет. Танк стоял на тачке. Все открывалось. Все. Здесь танк. Доброе утро, ребята. Я проспала всю ночь. Влад говорит, выходи. Смотрите. Смотрите, какие розы. И жара. Жара невероятная. 4:00 утра. Мы уже на юге, нам до отеля осталось 200 километров. Мы туристы. Анархисты. Пускай так. Мой Петросян шутит. Жизнь удалась. Если мужик шутит, значит все хорошо. 7:00 утра, 8:00. Уже так тесно на дорогах и на пляже. Что, ребята, мы заселились. У нас двухкомнатный номер. Мы находимся в поселке Нового... Какая-то там называется, не знаю, там я буду отмечу. И вот у нас кухня. Аркерный балкон. Эркерный или аркерный, не знаю, как он называется. С шикарным видом на горы и на море. Телевизор в гостиной. Спальня. Со столиком. И вот такая у нас, конечно же, гардеробная комната. И вот здесь мы будем жить в ближайшие несколько дней. Мы хотим продлить этот номер. Очень понравился отель. И это двухкомнатный люкс. Стоит 8000 рублей в сутки. Шикарное место. Очень советую. Называется Golden Resort. Ну, я думаю, там внизу кафешка. Вот здесь мы уже покушали. Платная кафешка. Там так ничего готовят, но все равно безопаснее будет, если мы будем сами готовить. Я не знала, что здесь есть гусь. Доброе утро. У нас сегодня лишница. Девочки еще спят. Даша легла 2 часа назад. Поэтому ее ждать не скоро. Илана тоже спит. У
Влад всех будет своей музыкой. Милашка идет делать себе афрокосички. Скоро я буду другая. Другая. Запомните сейчас так, а потом с новой прической. Ну что, у нас татушки. Татушечки. И девушка сидит. А я завтра еще афрокосы сделаю. Вау. Ой, девчонки, молодцы, конечно. Так ловко плетут, супер. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Коса готова. Так, сейчас плясать пойду. Писанка проскакивает. Мой мужчина думал, что я официантка. Да? Я влюбилась в этот поселок, ребята. Здесь просто супер. Ой, у нас тут роскошные ассорти. Посмотрите, у Влада тархун. Просто как его голова. Типа тархун, подробно. Ребята, шашлык невероятный. Баранина. Говядины такой. Я шашлыка в жизни не ела. Это невероятно мягкое, супер мясо. Сказочное место. Я уже раз 40 поплясала. Сказочное место, ребята, приезжайте. Верни задом, задом, подожди. Боже, что мы сделали? Вау, круто. Завтра утром мы идем на море, но сначала татушка. Вау. И африканские косы. Да, супер, супер. Ну что, я теперь живу с аборигенками. Девочки мои аборигенки. Вау! Мама тут прям красотка. Вернись задом. Вау, какие длинные. Вау! Красотка. Танцевать идем? Да. Танцуем и домой. Ну что, 2 часа дня, 2:30. Мы собрались выйти из номера. Дети плавают уже который час. Там. Завтра мы выезжаем из этого номера, поедем в Сочи. Путешествие продолжается. А пока здесь. И не надейся. Я не плаваю.
Да. Пойдем на море. Пойдем. Сейчас. Это наша страна. Ты смотри, а то люди. Ой, наши пловцы-то вообще. Далеко-далеко плыли к буйкам. Вообще, вон там вот буёк в конце жёлтенький. Вот он, они туда все плавают. Вкратце хочу рассказать, где мы находимся. Это поселок городского типа Новомихайловский. Расположен сам поселок вдоль реки. У нее такое чудное название, не назову. И вдоль реки расположены дома, главная улица, соответственно. И все это находится в бухте с прекрасным видом, где и море, и горы. Очень чистейшая вода в море, нет ни тины, ни каких-то водорослей. Рыбки плавают, их видно, вода очень чистая. Я удивлена даже. Пляж состоит из гальки. Галька среднего размера, и по ней достаточно приятно ходить. И сам пляж, он чистый. То есть при таком потоке гостей на пляже очень чисто. Там не курят, не мусорят. Достаточно много персонала работает на пляже, развлечений, торговля, соответственно, прибрежная там для плавания, для, не знаю, для серфинга, да что хочешь, тут вообще настолько приятный городок, то есть обычно ты, когда едешь куда-то, хочется посетить крупный город, посмотреть, но здесь я в восторге, конечно, осталась и советую к осмотру. Вот про что я вам говорила, что город находится в долине в такой, то есть вот здесь горы, справа горы, и вот там вот течет река, вот это город расположен, вот получается вдоль этой реки, и вот мы сюда идем, здесь развлечения, катамараны, лодки можно брать в прокат, вот здесь вот идет торговля, и вот сюда мы идем буквально 3 минуты до пляжа, здесь люди приезжают, паркуются, оставляют свои машины и идут на пляж. Здесь у нас Магнит, Пятерочка, аптека, кафе прямо, вот кафе. Там дальше тоже кафе, рестораны, клубы ночные, а все на побережье на самом там находится. Тоже 3 минуты отсюда. Так что советую посетить этот городок, ребята. А вблизи 4 где-то километров здесь находится один из известнейших пионерских лагерей, называется Орленок. Мы его проезжали, по-моему, я вам снимала уже. И там пляж, песок для детей, пологий берег, то есть это не сразу глубина. И там пляж тоже можно посетить, но за деньги. Но мы туда не поедем, мы поедем, получается, в сторону Сочи, следующий наш пункт. Вот, мы хотим поехать в сторону Адлера. Вот. Но этот город — прекрасное начало нашего путешествия.